Ура, включилась. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго времени суток всем. Давайте проверим связь, как видно, как слышно меня. Чтобы всем комфортно было, ничего не шумело, не хрипело, не икало. Отлично. Так, ну что ж, все замечательно. Значит, давайте начинать. Давайте познакомимся. Зовут меня Наталья. Мы с мужем сейчас вместе строим свой бизнес в компании Oriflame. Все, замечательно, друзья. Спасибо за обратную связь. Сейчас я хотела бы задать следующий вопрос. Есть ли у нас новички, которые недавно к нам присоединились в нашу команду продвижения? Сегодня, вчера, возможно, за последние 3 дня. Есть такие. Очень приятно. Хорошо. Отлично. Все, всем спасибо тогда. Давайте начинать будем. Тема у нас сегодня встреча возможностей Oriflame. Будем с этим разбираться. Что же за возможности предоставляет нам компания? Итак, ну, в первую очередь, наверное, представлюсь, расскажу свою историю, расскажу о себе, как же все-таки я пришла в компанию Oriflame. И очень люблю я представляться именно на вот этом слайде «Квадрант денежного потока». Кто знаком с таким понятием, поставьте, пожалуйста, плюсики. Квадрант денежного потока. Почему именно на таком слайде? Потому что всю свою сознательную жизнь, практически все сектора, представленные на этом слайде, присутствовали у меня в жизни. И очень редко именно в мою сознательную жизнь, где-то лет 19, да, я редко была когда только в одном секторе. Я постоянно была либо в двух, либо даже в трех пыталась себя найти. Да, здесь видите 4 сектора. Сектор Е – рабочие, сектор С – малый бизнес, предприниматели, большой бизнес, владельцы сети и инвесторы. Ну, думаю, рабочие, что такое наемная работа, знают не понаслышке очень многие. Да. Я вообще по образованию техник-программист, что не соответствует ни моему складу ума, ни внешности, вообще ничему, да. Но как бы родители меня отдавали туда, куда смогли, и вроде бы это направление было на тот момент очень перспективное, но то, чему меня там научили, совершенно никак не вписывается то, что уже какой прогресс был буквально через 2-3 года. Да, сейчас, по-моему, посади моего 3-летнего сына, он будет знать примерно столько, чему меня научили за несколько лет в колледже. Вот. Я очень благодарна родителям своим за то, что они отдали меня именно на это. Я поняла, что мне очень хочется, очень нравится работать с людьми. Вот. Поработав немного по профессии, я решила искать что-то другое. Я работала в лаборатории интегрированного программирования. Коллектив был чисто мужской. Сначала мне это очень нравилось. Но глядя на программистов, которые, просидев на месте очень-очень много лет, жили не так, мягко скажем, как мне хотелось бы, я поняла, что в итоге все равно я этим заниматься не буду. Поэтому параллельно еще получая высшее образование, я его успешно решила закончить и стала искать что-то другое. В итоге я устроилась на достаточно престижную работу. Я была заместителем директора торгового дома. У нас в центре города, я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Вот. Попала туда даже на конкурсной основе. Честно говоря, никто никогда ни разу не спрашивал мое образование. Мой диплом ни разу в жизни мне не пригодился и уже и не пригодится. Вот, что получила я на наемной работе? Вроде бы перспективно все было, престижно,
да, руководитель мой жил вообще в Москве, то есть я была полностью управляющей торговым домом. Зависимость была, во-первых, полной. Я не могла выбрать, когда мне прийти на работу, когда не прийти на работу. То есть, если я не приду на работу, четырехэтажный торговый центр просто не заработает. Я не могла не заболеть, я просто не имела на это права. Абсолютно никак. Когда мне пойти в отпуск, решал только мой шеф, когда он приезжал с Москвы и мог отпустить меня немного отдохнуть. Рабочий день у меня был минимум 10 часов. Я на тот момент понимала, что все равно надолго я здесь не сдержусь, потому что это был потолок. Дальше мне никуда не было, не двинуться уже было просто-напросто, да. И я в любом случае думала, что я буду где-то еще. Но случилось то, что для моего начальника было очень страшным. Для нас случилось большое счастье, я засобиралась в декрет, и здесь началось. Началось нечто невообразимое, меня пытались уволить всяческими способами, я исштудировала весь трудовой кодекс. Вот. То есть в итоге получилось, что ушла я в декрет с большим скандалом, дошло дело до прокуратуры. Начальник не хотел мне ни декретные не платить, ни справки никакие не давал. В общем говоря, даже обращалась в трудовую инспекцию. В итоге нигде мне ничего толком не помогли. Короче говоря, ушла я в декрет с такой мыслью, что я не хочу быть наемным работником. Вот не хочу никак, абсолютно мне этого не хочется, поэтому в декрете я продолжила свои поиски, продолжила поиски себя. Я работала в интернете. Работала в разных компаниях, сотрудничала. Вот. Параллельно мы с мужем в очередной раз решили открыть свое дело. Да, то есть мы были в секторе малый бизнес, предприниматели. Что же было здесь? Бизнес-план был просто идеальный. Это подтвердили все наши родственники, которые уже много-много-много лет были успешными предпринимателями. Очень нас поддерживали в этом. Честно говоря, особого энтузиазма я не испытывала насчет этого. Но знала, что нам нужно снова пробовать что-то искать, пробовать снова и снова и снова. А в итоге, естественно, это вложение. Мы брали кредит. Очередной. Вот. В итоге это занимало у нас очень-очень много времени. Казалось, что рисков не было практически никаких, но только предприниматели, наверное, поймут меня, насколько это много заморочек по разному поводу. Нас постоянно двигали, передвигали оборудование, причем оборудование было со стеклом, приходилось постоянно передвигать, что-то перемещать, урезать, постоянные какие-то проверки. В итоге на том квадратном метре, который нас оставили, еще и пришлось лепить раковину, потому что у нас была точка общественного питания. В общем, нахлебались мы тоже достаточно, с продавцами тоже бывают заморочки, да. Выяснилось, что продавец, который был очень, по идее, хороший и прилежный, естественно, подворовывал, потому что на стадии еще раскрутки доходы были не очень-то большими. Конечно же, все это тщательно скрывалось, но в итоге все равно все выяснилось. Вот. Я себя даже почувствовала некой такой буфетчицей Натальей, чего мне совершенно не нравилось, потому что иногда приходилось там быть, работать. Как бы работа с людьми, конечно, все замечательно, но совершенно не то, о чем я мечтала. Да. В итоге мы продали этот бизнес как действующий, он продолжает свою работу, честно говоря, не очень-то хорошо, вот, потому, собственно, мы его и продали. Вот такой вот сектор S, честно говоря, у нас семья предпринимателей, то есть у нас мама мужа очень давно занимается этим, и глядя на нее, у нас периодически, несколько раз в год, может быть, через каждый месяц, новая аренда
Это просто дома баулы, новое оборудование, старое продаем, потому что новое место, все новое, заново все делаем. Это просто какой-то кошмар для всей семьи. Вот. В итоге еще и параллельно, уж периоды времени, я не помню, я дома занималась продажами, брала под реализацию детское. Представляете, что это было? Дома мешки сплошные, тут же ребенок, пылища. Пересчитай каждую вещичку, сделай наценку, накрутку, в итоге получаются копейки. Короче говоря, друзья, перепробовав много чего, все-таки мы продолжали поиск. Как я пришла в компанию Oriflame? Я работала на тот момент уже в другой MLM-компании. Перепробовала я их не одну, сразу скажу. Это не значит, что я просто не задерживаюсь на одном месте, да, но я просто была в поисках, в постоянных поисках. Собственно, я считаю, что я сама привлекла к себе Oriflame. В «Одноклассниках» я увидела Артема Филимонова. Давно он у меня там мелькал в страничке, на страничке. Страничка у меня была рабочая, то есть я там уже работала. Я смотрела на фотографии, кто сегодня был на завтраке, видел фотографию Артема давних времен, в такой куртке-кожанке, лысый мужик, сзади бензопилы какие-то. Я смотрела на эту фотографию, смотрела дальше, я видела, что человек предлагает работу. И у меня как-то не складывалась картинка. Потом смотрю, он там в белом пиджаке, там на красной дорожке, женщины в шикарных платьях. Я думаю, что за фигня? Потом я увидела, что в итоге Артем когда-то писал мне какое-то сообщение, но оно почему-то было скрыто как спамом. Я никогда спам не ставила. Я решила узнать, чего он от меня хотел. Он все тщательно скрывал, просил встретиться. Я так это опасалась слегка. Но все-таки победило то, что мне очень хотелось узнать. И в итоге мы с ним встретились. Он рассказал мне презентацию, я ничего не поняла особо-то. У меня никак не состыковывалась картинка, которую я видела перед собой Артема, да, и косметическая компания Oriflame, потому что во всех прежних компаниях, в которых я была, нужно было продавать. Конкретно продавать, продавать, еще раз продавать. Вот. Собственно, Артем долго меня терроризировал, я не понимала, что он хотел от меня, в итоге зарегистрировал меня на акцию на туалетную водичку. Я сделала заказ на 50 баллов, считала, что он меня разорил по полной. Но в итоге все-таки как-то я попала на один из вебинаров по wellness и тут же написала ему, что «Артем, мне надо с тобой встретиться», и здесь же я включилась в работу. Включилась в работу, и Артем настолько меня замотивировал, не знаю, что он со мной сделал, за полтора каталога офлайн работы с ребенком на руках, встречами дома, чайными, со знакомыми, со списком знакомых, я вышла на 12%. Вот. Вот так вот я попала в следующий сектор, большой бизнес владельца сети. Вот. Собственно, так я здесь оказалась. Конечно, было много сложностей после этого, приходилось на некоторое время прекращать работу, потому что были свои обстоятельства, семья не поняла, не поддержала. Да-да. Вот. Но ничего, я боролась за свою мечту, я буду идти дальше. Только я буду решать, как я буду жить, в каком секторе я буду находиться. Это моя собственная жизнь, поэтому слушать окружение, даже если это мое ближайшее окружение, я не буду. Мне будет интересно послушать их мнение тогда, когда я их свожу куда-нибудь отдохнуть и обеспечу всю семью продукцией wellness. Вот тогда мне будет интересно, что они мне будут говорить. А сейчас нет. Ну, последний сектор, мы к нему идем обязательно, это инвесторы. Инвестиции в ценные бумаги, в бизнес, да, недвижимость. Это обязательно, это наше желание в будущем в списках. Целей стоит уже, мы собираемся купить еще не одну квартиру,
Вот. Собственно, вот такой вот квадрант денежного потока. Можете написать, в каком секторе находитесь сейчас вы. Е, С, сектор Б или сектор И. Угу. Можете пока писать, я продолжу. Вот такой вот шаблончик «Жизнь по шаблону государства» меня вообще, в принципе, никогда не устраивал. Да? Детсад – денег нет, да, не зарабатываем. Школа – денег нет, не зарабатываем. Институт – денег нет, зарабатываю, но очень мало. Это тоже мне знакомо, потому что, когда я училась, тоже подрабатывала, пыталась как-то обеспечить себя. Работа, и все равно денег нет. Какую бы должность, я так поняла, что я не занимала, мне все равно было бы мало, мне все равно бы не хватало. Да, потому что ипотека, естественно, машина, коммунальные, сплошные нервотрепки, большая ответственность и так далее. И в итоге что? В итоге пенсия, да, посмотрите, как живут наши пенсионеры, как часто вы видите их где-то на отдыхе, шикарно живущими, которые покупают себе все, что хотят, и, в принципе, довольны жизнью. Да. Бывают, конечно, такие люди, но почему-то их они очень редко встречаются, или, может быть, они просто где-то скрываются, да, и мы их просто не видим. Итак, вот это выражение мне очень-очень нравится, я так поняла, оно нравится всей моей команде, потому что оно ходит постоянно по всем презентациям, да. Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого, или же 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя. Что же мы предлагаем, собственно? Мы предлагаем перейти в этот сегмент, потому что есть такие цифры, да, 90% людей находится в секторе слева и 10% людей только справа. Но денежные средства распределяются наоборот. 10% находится слева и 90% находится именно вот в этом сегменте, куда мы, собственно, вам и предлагаем перейти. Да? То есть мы сейчас работаем полностью в интернете, потому что сейчас информационный век, да, век информационных технологий. Возможности интернета сейчас практически не ограничены, очень-очень широки. Да, 85% российских интернет-пользователей совершали когда-либо покупки в интернет-магазине. Это уже даже устаревшие данные, я думаю, что их уже гораздо-гораздо больше. Да, возможности в интернете сегодня – это покупка товаров в интернет-магазинах, да, собственно. Это и денежные перечисления, ЖКХ, оплата билетов различных, там, штрафов, госуслуги различные, браки, знакомства и многое другое. Представляете, еще очень-очень много лет назад, больше 8 лет назад мы с моим мужем познакомились на сайте знакомств. Уже тогда интернет был forever, интернет рулил уже тогда, а сейчас все ушло уже гораздо вперед, поэтому давайте разбираться. Услышав ответы на следующие вопросы, вы все поймете. В чем смысл этого бизнеса, откуда здесь деньги берутся, что здесь делать надо, кто вам будет во всем этом помогать, что будет у вас в результате проделанной работы. Ну что, поехали, все готовы, ставьте плюсик. Никто еще не уснул от моей истории. Угу. Итак, вопрос первый. В чем же смысл этого бизнеса? Первая задача – это создавать активную базу потребителей продукции компании Oriflame. Второй пункт – находить и обучать менеджеров и директоров, которые готовы делать оба эти пункта. А то есть мы строим сеть из потребителей, которые просто приобретают что-то себе домой, а что-то необходимое. Продукцию все знают, компанию очень многие любят, да, поэтому продукция это, собственно, необходима в каждом доме, в каждой семье, поэтому в потреблении нет какой-то сложности, да, в принципе, как и в создании активной базы потребителей. Из этих всех людей, да, то есть из потока людей, которые будут идти, которые будут регистрироваться, да, мы выявляем тех людей, которые готовы действовать, которые готовы что-то изменить в своей жизни. Потому что, ну, лично в моей жизни, если мы уже будем зарабатывать 40 тысяч в месяц, да, чего до этого у нас не получалось,
У нас очень многое уже в жизни изменится. Но, естественно, мы на этом не остановимся. Да? Так. Итак, следующий вопрос. Откуда здесь деньги берутся? Нам здесь платят с вами за товарообороты. Не просто за приглашенных людей. Да? Мы не занимаемся переписью населения. Этим занимаются совершенно другие службы. Просто так зарегистрировать человека, и все на этом закончится, просто трата времени. Итак, рассмотрим, откуда же в компании деньги. Рассмотрим пример, как обычный шампунь, допустим, за 67 рублей, который стоит так на заводе, да, то есть это его стоимость на самом заводе. Если бы он попал в магазин, как бы это происходило? Естественно, через множество посредников. Дилеры, оптовые компании, крупные оптовые компании, мелкие оптовые компании, мелкие предприниматели какие-то. Естественно, каждый не должен остаться в накладе, поэтому у каждого есть своя накрутка. Да, нужно оплатить расходы, ГСМ, зарплаты, склады и так далее, еще и себе в карман положить, и налоги все заплатить. Да, естественно, все это откуда берется? Не с воздуха же, все это накручивается на товар. В итоге получается до 1000% накрутки. Я знаю, как предприниматели, ну, допустим, вот мы делали накрутку для того, чтобы не остаться в минусе, делается накрутка на продукт, который мы и так покупаем уже где-то на базе, на оптовке, да, делается 70% накрутки минимум. Представляете, да? Сколько мы переплачиваем в магазинах. В итоге вот этот шампунь стоил бы 470-700 рублей. Неплохо тогда, накруточка. Что же делает компания Oriflame? Компания Oriflame продает свои товары не через посредников. То есть этого нет, никаких посредников, оптовиков и так далее. Мы берем с вами, как зарегистрированные пользователи, напрямую в компании. Да, то есть на заводе шампунь стоит 67 рублей, допустим, мы его берем за 122 рубля. Как зарегистрированные клиенты со скидкой 18%. В каждую баночку, в каждую бутылочку, в каждый тюбик вложена уже прибыль компании Oriflame, это 14%, и 31% это выплаты в сеть, то есть идет нам, лидерам компании Oriflame. Да, с этим, думаю, понятно. Все разобрались, откуда здесь деньги берутся, на чем здесь экономится большое количество денег, да, на различных посредниках, оптовиках и так далее, плюс реклама, плюс доставка в компании своя. Так, едем дальше. Какие здесь есть виды доходов компании Oriflame? Ну, естественно, первое – это экономия. Как говорится, у нас сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Да, все бы хотели, в принципе, экономить, но экономить не в ущерб качеству, да, что, собственно, предлагает нам компания. Экономия на косметике выходит минимум 18%, распродажи бывают просто шикарнейшие, дополнительные акции, бонусы, программы лояльности выходят экономия до 70%. Иногда я даже тем людям, которые либо сомневаются, либо только зарегистрировались, высылаю свои накладные, которые присылает мне компания, то есть какие цены для меня, как зарегистрированного человека, который имеет уже объемную скидку. Да? Люди просто в шоке, какие цены. То есть таких цен 100% ни в одном магазине не найдете, тем более с таким качеством. Второе – это дополнительный доход 18-30% с личных продаж. Да? То есть это что? Это работа с каталогами по стариночке. Да? Многим, в принципе, это нравится, многие получают от этого удовольствие, и ничего, в принципе, в этом зазорного нет. Да? Я тоже, бывает, каталог беру в детский сад, допустим, к ребенку, соседи у меня смотрят, причем сами же и просят. Вот. Следующее – это объемная скидка с товарооборота всей группы. Да? То есть это именно построение структуры, создание товарооборотов от 3 до 22% компания выплачивает. Следующее – это бонусы, то есть это авторский гонорар 5% за первый уровень директоров и за директоров в глубине.
То есть это тот самый называемый пассивный доход, который нас очень сильно привлекает. Да? То есть за выращенных директоров вы будете получать постоянно 5%. Да? Поэтому же первая наша цель с вами здесь – это выращивание лидеров. Следующее – это премии от 1000 долларов до 1 миллиона долларов. Кажется, в голове не умещается, да? Как могут быть премии такие, когда на работах даже зарплаты таких нет. В компании вот такие вот премии есть, это не сказки. Есть реальные люди, которые получали все премии от 1000 долларов до 1 миллиона долларов. Следующие ситуационные бонусы – это энергия роста. До уровня директора вы еще будете получать дополнительные бонусики. Плюс с уровня директора есть специальная программа «Мой автомобиль». Есть возможность в рамках этой программы приобрести автомобиль «Шкода Рапид», выбрать комплектацию. Да, компания будет выплачивать вам дополнительно ко всем доходам и премиям, еще дополнительно премию «Мой автомобиль», чтобы вы смогли оплачивать за машину. С уровня «Золотой директор» – это когда у вас два директора в первом уровне. Это «Мой дом» с «Орифлейм». Тоже шикарные условия ипотечного кредитования. Да, представляете, какие шикарные компании предлагает нам «Орифлейм». Следующее – это международные конференции «Орифлейм». Шикарнейшие мероприятия. Включаем видео, кто смотрел, да, просто потрясающе, в самые шикарные уголки возит компания «Орифлейм» своих лидеров, на такие бонусы компании не скупится, ради этого стоит работать, ну, как часто вообще вы путешествуете, да, кто вообще хотел бы, кстати, путешествовать, это моя вообще жуткая мечта, потому что я вообще выросла в деревне, где было две улицы. Представляете, особо-то никуда не ездила, один раз была в Горном, и очень хочется попутешествовать по миру. Мы обязательно это сделаем вместе с компанией, вместе с нашей командой. И следующее – это ежегодный всероссийский банкет директоров в Москве. У меня уже есть приглашение, очень хочется попасть на это шикарное мероприятие в гостином дворе. Итак, едем дальше. Следующий вопрос. Что же здесь делать нужно? Итак, наша с вами работа – это создавать поток покупателей в онлайн-магазин. Создавать поток, да, то есть должен идти поток людей. Способов работы на самом деле очень-очень много. Это отдельная тема, то есть это тема рекрутирования. Как приглашать людей, где, сколько. Методов работы очень много, соцсети, форумы, объявления, доски объявлений, блоги, различные группы и так далее, и так далее. Способов создания потока очень многие. А, еще плюс список знакомых, да, то есть ваше окружение. Это отдельная тема. Думаю, что здесь понятно, да, в чем заключается работа, собственно. Так, подвисла маленько. Следующий вопрос. Кто вам здесь будет помогать? Первое время вам будет помогать ваш спонсор. Спонсор – это тот человек, который не просто вас зарегистрировал, да, который помогает вам проводить презентации, ведет вам, собственно, их, пока вы учитесь, который уже выступает на вебинарах. Да, то есть это лидер, просто спонсор, который вас зарегистрировал, может быть вовсе и неактивным человеком. Да. Спонсор поможет вам выйти на уровень 9%. У нас система регистрации, да, будет командная именно. И давать все необходимые материалы, делиться опытом до уровня директора. Да, то есть, выйдя на уровень директора, вы уже будете знать, как это делать, что, собственно, делать, и сможете уже далее работать самостоятельно. Ну, естественно, никто тут вас не бросит, не кинет, когда вы выйдете на этот уровень. Общение и совместная работа, естественно, продолжится. Следующий, кто вам будет помогать? Компания-производитель предоставляет нам следующие ресурсы. Да, я думаю, все видели наш сайт,
Он очень удобный, очень функциональный, очень много там информации. В принципе, разберется в нем любой человек, ну, плюс спонсоры, конечно же, помогут. Доставка уже налажена, логистика полностью организована. Да, то есть у нас по России очень-очень много офисов, даже не в городах, там в селах, в деревнях есть офисы, очень удобно. Такое количество офисов нет ни в одной компании. Да, то есть вокруг моего дома просто пешком можно дойти в два, по-моему, в два разных офиса. Вот. У нас по городу их вообще, в принципе, очень много. Ведется бухгалтерский учет каждого онлайн-офиса. Да, то есть бухгалтерия тоже ведется в автоматическом режиме. Ответственность за продукцию лежит также полностью на компании Oriflame. Да, вся продукция у нас сертифицирована, очень хорошего качества. Я раньше компанией Oriflame не пользовалась. Когда начала, просто влюбилась в продукцию, когда пользовалась больше и больше, поняла, что это очень классная продукция, особенно wellness, потому что мы всей семьей очень классно поправили себе здоровье, поэтому никак не могу промолчать про wellness я. Вот. Следующее. Стимулирует развитие, да, то есть компания запускает различные акции, дарит подарки, да, начисляет дополнительные бонусы, вывозит отдыхать своих лидеров, да, то есть стимулирует таким образом наше развитие. Ничего самим выдумывать не нужно, придумывать, там, изобретать велосипед. Да, все уже давно готово, все проверено, все работает, все действует. Берите и делайте. Следующее. Конечно же, будет помогать команда и обучение. Обучение у нас идет 7 дней в неделю, бесплатно, в режиме онлайн. Это и Skype, да, наши чаты командные, где вы можете получать большое количество информации, все новости узнавать и так далее. Это наши вебинары, да, естественно, посещение вебинаров обязательно, потому что в любом случае это плюс новое дело для вас, да. Прежде чем устроиться на работу, мы очень много лет учимся. В итоге приходим на работу еще и с опытом, без опыта никому не нужны. Да, здесь же нам, в принципе, не важно ваше образование, что вы знаете уже, что умеете, были ли вы знакомы ли с MLM-бизнесом. А здесь мы обучаем всему уже на практике. Наша работа – сделать из вас профессионалов, чтобы дальше вы могли работать самостоятельно и выходить на те доходы, которые интересны именно вам. Да, вот такую вот картиночку поставила. Почти все хотят много иметь, но почти никто не хочет много уметь. Да, в этом бизнесе для того, чтобы хорошо зарабатывать, мы должны быть профессионалами. В принципе, это абсолютно в любом деле так. Зарабатывают только профессионалы. Где бы вы ни работали, где бы вы ни находились, зарабатывают только профессионалы. Дилетанты не зарабатывают, да? Поэтому обучение – это очень-очень важный момент в нашем деле. Что же будет в результате? Давайте будем разбираться. Сколько можно здесь заработать? Ну вот представим, да, 200 человек, совершающие покупки ежемесячно на 1000 рублей. Элементарно, да, покупка любой российской семьи, среднестатистическая. Дают товарооборот 200 тысяч рублей. И вы как организатор получаете 20%, то есть это 40 тысяч рублей в месяц. Как вам для начала такие доходы? Еще раз повторю, для начала такие доходы, да, потому что менее чем на уровень директора даже приходить вообще смысла нет. То есть первая ступенечка, на которую все должны стремиться, да, это именно уровень директора. Где найти 200, я вам еще расскажу, не переживайте. Очень даже ничего. Отлично. Норм. Угу. Давайте, значит, посмотрим дальше. 1000 человек, совершающие регулярные покупки в интернет-магазине, приносят вам доход 100 тысяч рублей в месяц. А давайте, собственно... Нет, не 10%. Давайте, собственно, подумаем. Вот если у нас с вами уйдет
ну, год, целый год на то, чтобы организовать 1000 человек, огромную сеть потребителей по всей России и странам СНГ. Стоит ли тратить на это год? Чтобы начать в итоге зарабатывать 100 тысяч рублей, в итоге получите доход растущий, потому что в вашей команде будут в любом случае заинтересованные люди, которые также будут увеличивать товарообороты. Ну вот, напишите, стоит ли тратить на это даже год? Что, хорошо, что будет у вас на наемной работе через год? Что будет у вас в декрете через год? Что будет у вас на пенсии через год? Повысят ли вам до таких сумм зарплату? Увеличат ли вам декретные? Начнут ли вам выплачивать огромные премии? Да? Откуда на вас вдруг упадут такие деньги? Возможно, и работы не будет. А, шикарно. Боитесь, что года маловато? Ребят, честно сказать, я прекрасно знаю, что в компании такие возможности, и я прекрасно знаю, что я испробовала себя уже очень много где, в разных компаниях, и наемные работы, предпринимательство. Я прекрасно знаю, что нигде мне не будут платить столько. У нас директор банка зарабатывает гораздо меньше, раза в 3. Ну о чем может быть речь? Поэтому мне лично не важно, сколько уйдет времени, я все равно буду это делать. Я все равно буду зарабатывать и не 100 тысяч, потому что цели у меня здесь совершенно не такие. Итак, едем дальше. Как начисляют доход? Это индивидуальное предпринимательство, 17 зарплат, то есть у нас 17 расчетных периодов, да? Стаж, пенсионные отчисления, все полностью легально. Да. Оговорюсь, мы платим процент с дохода по упрощенной системе налогообложения, мы работаем, поэтому платим всего лишь 6%, это в 7 раз ниже, чем на любой наемной работе, потому что там помимо подоходного налога только в пенсионный фонд вы отдаетесь 26%, еще фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Короче говоря, итого, посмотрите на слайде, да, что выгоднее. Полностью очевидно, даже какие-то комментарии здесь излишни. Ну а теперь, пожалуй, перейдем к этому страшному вопросу, где взять 1000 людей. Ужасный, непонятный вопрос, да, я вас прекрасно понимаю. Кажется, цифры просто нереальные, да, поэтому давайте разбираться. Наша задача с вами найти хотя бы 5 человек, которые станут нашими бизнес-партнерами, нашими ключевыми консультантами. Это не те люди, которые будут просто себе покупать. Это не те люди, которые просто пришли, зарегистрировались, на этом все закончилось. Да? Это не те люди, которые сегодня поработали, завтра не поработали, а я еще подумаю, ну вот я не знаю, у меня не получится, я не хочу. Да? Это те люди, которые загорятся, заинтересуются, захотят зарабатывать, будут и будут, самое главное, будут делать, еще раз делать. Да? Что получится? Я не зря сюда воткнула вот это вот сарафанное радио. Да? Друзья, у нас в жизни, в принципе, сарафанное радио очень здраво работает. Вы даже об этом, может быть, не задумывались и не замечали, но мы всю жизнь делаем кому-то доход. Ну вот, приведу пример лично из своей жизни. Раньше у меня несколько лет назад были очень короткие волосы под мальчика, очень креативная стрижка, там то висок выбрит, то одна сторона длиннее, другая короче. К чему я это? Прежде чем я нашла своего парикмахера, прошла непонятно каких людей даже в салонах красоты. В итоге я пошла по рекомендации. В итоге получилось, что весь торговый центр, в котором я работала, четырехэтажный, ездил к этой тетечке для того, чтобы подстригаться. Причем цены у нее были-то не малые. На тот момент это было, хоть бы не соврать, лет 6 назад она брала 500 рублей. Это было достаточно много. В салоне красоты я давала даже меньше. Но она была очень классным мастером. Представляете?
Принцип сарафанного радио сработал так, что у нее не было места. Я приходила на стрижку и записывалась сразу же на следующую. Вот он вам принцип сарафанного радио. И так происходит всегда и везде. Магазин какой-то, не магазин, бутик там, нашли там лавку с шикарной колбасой. Рассказали всем друзьям, знакомым. В итоге все это пошло по цепочке, и принцип сарафанного радио сработал. По идее, да, возможно, по рекомендации всего лишь нескольких человек, вот этому парикмахеру огромная просто очередь. Представляете, если бы внедрить принцип сетевого маркетинга, да, MLM-бизнеса, в принципе, можно было бы неплохо зарабатывать. Я недавно об этом подумала. Собственно, что будет далее? Наша задача обучить вот этих пятерых. Обучить вот этих пять человек найти еще пять. Найти еще пять человек таких же. Да, но, естественно, чтобы найти вот этих пять человек, которые готовы будут делать то же самое, нужно перебрать не один десяток людей, друзья, не один. Но это же не тысяча, хотя я готова перебрать тысячу людей, тысячи людей. Да? Что получается? Дальше идет геометрическая прогрессия. Да, все умеют же считать, ну и плюс на слайде, конечно, написано. 5 и 5, 25, дальше 125, 625. Это уже 780 человек за не такой уж большой срок можно получить. Вроде как уже поближе к цифре 1000, да, это и есть принцип MLM-бизнеса. Да, то есть это не значит, что вы должны лично каждую вот эту тысячу людей там найти, перебрать. Вам достаточно всего лишь 5 и обучить их тому, чему нужно. Да? Так, ну что, с этим уже все разобрались? Вопрос есть по этому слайду? Или можем ехать дальше? В принципе, давайте, наверное, уже дальше, а то чего-то я... Уже времени не очень много у нас осталось. Ну, я, в принципе, скоро закончу. Вот, смотрите на такую табличку. Звание, так, наверное, себя сверну, чтобы все увидели звание, годовой доход в месяц, в день, в час. Причем я скажу, что доходы сейчас побольше, да, то есть директор не 400 тысяч в год может зарабатывать, если собирать все премии, да, все бонусы, то это будет гораздо больше. Ну, итого, получается 33 тысячи. 333 в месяц, в день 1515 и в час 189. Да? То есть, грубо говоря, можно посчитать, если вы сейчас наемный работник, либо же занимаетесь чем-то еще, да, за сколько вы продаете свое время в час. Если ваш доход меньше 30 тысяч, да, то есть это меньше 180 рублей в час. Бриллиантовый директор 1207 час. В принципе, неплохо, да, то есть час бриллиантового директора стоит 1207 рублей. А представляете, наши спонсоры ведут часовые вебинары, это просто время на вес золота, нужно это ценить, да. Я к чему привела этот слайд? Потому что свое время нужно ценить. За сколько вы продаете свое время, за столько вы продаете свою жизнь. Да, потому что время быстротечно, время неумолимо, оно идет, оно бежит, стремится вперед, и мы должны от него не отставать. Ну вот, смотрите, президент в час 5681 рубль. За сколько вы хотели бы продавать свое время? Определитесь для себя. Так. Что нужно делать? Как выйти на желаемый уровень дохода? У нас есть система 3П, да? Правило 3П. Первое правило – это потреблять продукцию компании каждый каталог. Я думаю, с этим проблем ни у кого не должно возникать. В принципе, у меня с самого начала работы минимум всегда 150 баллов было, а сейчас, так как мы всей семьей пьем wellness, это 150 баллов только... На wellness у меня получается, и то минимум. Пока что всю семью обеспечить не могу wellness, но в будущем обязательно
маме периодически передаю то, что получается, да, там витамины, коктейль, но не всегда получается, поэтому очень хочется мне обеспечить всю семью этой замечательной продукцией. Пользуйтесь для себя, мойте свое окружение, да, те, кто не заинтересуется бизнесом, кто не захочет регистрироваться, все люди моются, пользуются щетками-виходками, да, женщины красятся, да, как говорится, чем хуже настроение, что-то такое, чем хуже настроение у женщины, тем краснее помада. Вот. Дальше, следующий пункт, приглашать на информационные встречи. Это личные встречи, да, чайные встречи, возможно, дома, возможно, в офисе. Это скайп-встречи. Сейчас мы работаем над этим методом. Все-таки именно живой разговор гораздо лучше, ну, лично это мое мнение. Мне больше нравится с человеком общаться голосом. Бизнес-предложения на личных блогах, конечно же, мероприятия команды посещать нужно. Следующее П – это обучение, да, то есть посещать вебинары, это самообразование, обязательно читать книги по бизнесу, не все подряд, конечно, чего нашел, то и прочитал, а то, что рекомендует вам спонсор. Конечно же, смотреть видео какие-то по бизнесу, там, мотивирующие, возможно, чтобы, так сказать, сделать себе самому периодически волшебный пинок. Я лично периодически так и делаю. Вот такие правила 3П. Наш главный принцип – рекрутируем лично, пока не выйдем на желаемый уровень дохода. То есть приглашаем, пока вы не получите то, чего вы хотели, то, ради чего вы сюда, собственно, и пришли. Вот она, собственно, наша лестница успеха компании. Посмотрите, какая она огромная, какая она высокая. Задайте себе вопрос, на каком уровне хотели бы вы здесь быть. А видите здесь доходы, посмотрите, где находится директор. Так что-то там совсем внизу. Сколько еще впереди перспектив, сколько возможностей. Давайте, напишите, кто в каком секторе хочет быть. Можно по цветам, можно на уровень дохода. Кому-то, может быть, желтый нравится, может быть, кому-то розовый. Угу. Цель на сегодня директор. Вверху зеленый, завтра будет выше, в зеленом, светозеленый. Пока директор зеленый в бирюзовом, зеленый. Президент. Ой, как многие хотят в зеленый. Очень здорово, ребят. Потрясающе, что у вас такие амбициозные цели. Но тогда следующий вопрос. Сколько вы готовы работать ради этого? Я думаю, что вы прекрасно должны понимать, что такие деньги на голову не свалятся просто так. И нужно будет очень много работать. Это работа и над собой в том числе. Всю жизнь сутками. Ну, ребят, если вы готовы всю жизнь положить на это, для того, чтобы потом передать все это по наследству своим детям, лично я готова на это. Итак, первые шаги на пути к успеху. Я не зря спросила у вас, да, какие у вас цели, потому что без цели здесь делать нечего. Обязательно нужно поставить цель. Желательнее еще написать их список, чтобы он был перед глазами, чтобы он вас как-то мотивировал. Список должен быть такой, который просто с утра поднимал бы вас с дивана, да, между диваном и попой доллар не пролетит, как говорится, да. То есть у нас тоже нужно работать. Обязательно нужно познакомиться со всеми спонсорами вышестоящими, с менеджером, обязательно с директором, чтобы вы не потерялись. Следующий добавится в Skype в Одноклассники, да, во все соцсети, где только можно, где вы есть, везде добавляемся. Это и для работы нужно, мы там друг друга поддерживаем, помогаем и так далее. Попросите у спонсора алгоритм работы, попросить все инструкции, всю информацию. Если чего-то там не дают, чего-то не получается, пишите.
Пишите, не молчите. Прежде всего, это нужно вам. Вы, конечно, очень заинтересованы в ваших доходах, но если вы будете молчать, мы не будем понимать, нужно вам это в принципе или нет. Да? Если вы пишете, если вы требуете, вам нужна информация, если вы хотите, звоните, значит, вам нужно, значит, вы готовы, значит, вы действительно хотите чего-то здесь добиться. Ну и, конечно же, последнее – это научиться оформлять заказик и работать далее по алгоритму. В принципе, я уже заканчиваю, да, слайдик такой: риски предпринимательства переоценены. Самый большой риск – это в 60 лет осознать, что остаток жизни придется жить на пенсию, к тому же, которой нет. Грустно, но факт. Мы здесь никого уговаривать не будем, за уши тащить кого-то бесполезно. Мы ищем тех, кто сам будет хотеть, кто сам будет требовать, кто сам будет расти. Вы сами решаете, как вам жить. Сами решаете, я надеюсь, что вы сами решаете, как вам жить, да, потому что очень часто бывает так, что за вас могут принимать решения другие, даже вас не ставя в известность. У меня такое раньше было, когда мне очень сильно мешали карьерному росту в компании Oriflame. Очень многие думали, что они лучше знают, как мне жить, но я решила, что никакое окружение, никакие обстоятельства не будут влиять на то, как мне хочется жить. Я достигну того, чего мне нужно. Что ж, есть ли сейчас у нас вопросики? Если есть вопросы, то давайте. В принципе, если вопросиков нет, тогда мы на этом закончим. Стереотипы такие, соседи лучше знают. Да, замечательно. То есть, когда, значит, у нас болит зуб, мы идем почему-то не к терапевту, да, мы идем куда? К стоматологу, наверное. Когда дело касается бизнеса, мы, значит, идем куда? К соседке, к маме, еще куда-то, да, то есть совершенно не туда, куда нужно. Смотрите на тех людей, которые живут так, как хотелось бы вам. Смотрите на тех людей, которые, с которыми бы вам, возможно, хотелось бы поменяться местами. Если вам дают советы те люди, которые сами, в принципе, в жизни достигли-то немногого, как они могут решать за вас, как вам жить? Так, какой у вас был вопрос? Повторите, пожалуйста. На одной из картинок было, вот этот вот, на одной из картинок было написано, что нужно вкладывать. Серьезно? Такое было на слайдах? Вкладывать здесь нужно только время. Здесь требуется ваше время. Но если вы идете в магазин за зубной пастой, там, за шампунем, за мылом, и считаете, что это вы делаете вложение, то, в принципе, пожалуйста, да? Можете так считать. Если это и вложение, то только в себя. Все пользуются зубными пастами, все пользуются шампунями, гелями и так далее. Да, тогда и покушать это вложение тоже, конечно. Так, ну что ж, друзья, в принципе, на этом заканчиваю. Спасибо всем большое за внимание, очень рада была вас здесь всех видеть. Сейчас будет очень шикарный тренинг от моего спонсора Артема Филимонова. Давайте его встречать. Все, всем спасибо, всем пока.